Современное бедствие – это финансовые пирамиды. Давайте поговорим, давайте разберем, что такое финансовая пирамида. Очень много людей испачкали свои имена, испортили себе жизнь или подпортили жизнь, потому что влезли сами и еще втянули своих знакомых, своих друзей, свое окружение в финансовые пирамиды. Что такое финансовая пирамида? Финансовая пирамида – это незаконная или полузаконная компания, в которой идет просто перераспределение денег или какая-то игра. Отличие финансовой пирамиды в том, что финансовые пирамиды, матрицы, различные хайпы, в них никогда нет никакого продукта. Или бывает такое, говорят, мы продаем идею. Что это такое, продаем идею? В финансовых пирамидах нет обучения, финансовая пирамида нелегальная, финансовые пирамиды живут очень мало. Финансовые пирамиды перераспределяют деньги снизу наверх, и, как правило, полгода, год, ну максимум, может быть, полтора, и они рушатся, они закрываются. И те люди, которые пришли в них позже, они неизбежно теряют деньги. Вообще любая финансовая пирамида – это неизбежная потеря денег. В сети появилось очень много подобных проектов. Будьте осторожны. Очень много людей, которые действительно туда втягивают. И у этих людей, как правило, жажда наживы, жажда денег. Они хотят сейчас получить деньги. Если в предлагаемом продукте или предлагаемой компании нет никакого продукта, который ты конкретно получаешь. Либо это какая-то услуга, которой ты можешь пользоваться, либо это какой-то товар, которым ты можешь пользоваться. Ты его купил, он у тебя, это не потеря, это реальное приобретение. Ты его можешь сдать, ты можешь получить деньги обратно. Это нормальная компания. Но если это невозвратные, это финансовые пирамиды. Как правило, когда тебя втягивают в пирамиду, тебе предлагают какие-то очень большие деньги, какой-то невероятный доход. Как правило, процентная ставка, которая превосходит в несколько раз нормальную банковскую ставку. Не всегда получается с первого раза определить пирамиду, потому что она преподносится как инвестиционная компания. Но если там очень большой процент, не бывает в инвестициях огромных процентов. Но это инвестиционный продукт, который предполагает какую-то долгосрочность, какую-то доходность разумную и возврат. Финансовые пирамиды, они не предлагают никаких возвратов, они, как правило, предлагают высокую доходность и никакой гарантии того, что ты снимешь эти деньги. Можно получить деньги, можно что-то заработать, если ты в первые ряды попал, и за счет привлечения новых членов в эту пирамиду ты получаешь какие-то дивиденды. Но можно и не получить. Не нужно тянуться за высокими процентами, потому что вроде бы тебе кажется, что ты заработаешь деньги, а на самом деле, если посмотреть на перспективу, то ты теряешь свой авторитет, теряешь свое имя, и денег теряешь ты гораздо больше. Может быть, даже не теряешь, а не приобретаешь. Если взять какую-то долгосрочную, надежную инвестиционную компанию или какую-то сетевую компанию, с которыми часто путают финансовые пирамиды, то на долгосрочность ты можешь иметь гораздо больше доходы, больше заработки. Зачастую пирамиды сравнивают или путают с MLM-бизнесом. Multi-level маркетинг или сетевой маркетинг у нас его называют. Это компании, которые легальные, которые имеют право жить, которые долгосрочные. Как правило, все сетевые компании имеют официальную регистрацию. Самое главное отличие – сетевая компания всегда предлагает какой-то продукт. Это какой-то материальный продукт, либо это услуга, которую можно воспользоваться, которую можно получить, которую можно вернуть. И, как правило, эти компании долгосрочные. Это бизнес для всех, которым могут заниматься все в любом городе, в любом месте. Возможно, строить карьеру, самореализоваться. Самое главное, чтобы получать образование и иметь какой-то рост. В нормальной, уважающей себя сетевой компании идет еженедельные тренинги, ежемесячные обучение, постоянные семинары, работа над личностным ростом, ораторским искусством, постоянное обучение менеджменту, постоянное обучение продажам. В любой уважающей себя компании есть постоянная система личностного роста. Хочу обратиться ко всем. Не позволяйте втягивать в себя финансовые пирамиды, в матрицы, в хайпы. Не позволяйте себя обманывать и не обманывайте других людей. Ведь когда вы обманываете других людей, вы сеете горе, а это все возвращается. Не позволяйте пачкать свое имя, свою историю, свой род. Не втягивайтесь в эти пирамиды, не ведитесь на эти бешеные проценты. Не ведитесь на эти какие-то большие деньги сразу и сейчас, быстро.